уважаемые мариупольцы и гости нашего праздника! Рады приветствовать вас! Я искала. Себя лично хочу поблагодарить всех, кто возродил этот прекрасный парк. Этот парк, который мы хорошо помним. Когда-то здесь была внизу дискотека, мы здесь танцевали. Здесь кинотеатр был. То, что делает Мединвест и комбинат Азовсталь, это заслуживает только благодарности. И давайте вместе поблагодарим их трудовые коллективы за этот прекрасный подарок нашему городу. Они, по сути, вытянули город, вытеснили здесь тех, которые пытались наводить свои порядки.